обращение нашей общественности, наших патриотически настроенных сил к обществу Польши. Это наши соседи. Соседи не убирают, как говорит президент, они есть. И то, что сейчас политическая верхушка этого государства, прекрасный народ, просто никто не говорит, что просто диктует, навязывает те условия, которые идут извне Польши. Они не рождены среди народа, не вышли оттуда снизу. Вот эти идеи о закрытии границ, а вот увеличение военной мощи путем там, увеличения объема средств из бюджета на финансирование. Да, и так далее. Вы знаете, говорите, это все вот это вот... Мне тоже сложно представить, что поляки говорят, ой, нам угрожает Беларусь, надо ее бояться. Ну да, это раз. Потом еще не забывайте экономический аспект. Ведь типа, деньги ниоткуда не берутся. Это взяли из народного хозяйства, кинули на милитаризацию вот эту, которая дополнительно должна быть. Опять же, с указки определенных внешних сил. Как это интересно другим? Я не верю. Я не верю, что обычному простому поляку, любому гражданину Польши, интересна война с Россией или с Беларусью.